Еще один маленький эксперимент с панорамами. На сей раз я решил делать рандомные снимки в пространстве, совершенно случайные. Получилась вот такая вот панорама. Здесь 300 снимков случайных. Ну, естественно, большая часть приходится на верх и низ. Вот. Как-то это выглядит вот так вот там. Вот. Ну и... интересно, в общем, интересный эффект. Сделал это я для того, чтобы проверить свою идею. По идее, вот сейчас в программу для склейки просто передается Yaw Pitch Roll, ну и параметры оптики. Это означает, что, в принципе, к любому фотоаппарату, к любому телефону, к любому говну можно приклеить акселерометр, вот, крутить им, вертеть, а потом данные с акселерометра просто слить в клеилку панорамы. И вот видите, вот, например, здесь вот у нас три снимка. Три снимка, но домик-то цельный! Ха-ха-ха-ха-ха! Вот как-то так. Вот, я изобретаю будущее. Reinventing tomorrow. Вот очень даже так неплохо все сшивается. Всем все сшивается. Вот. Конечно, это все виртуальные снимки. Например, здесь я не делаю ректификацию линз. Мне не нужно бороться с хроматическими аберрациями. Ну и вообще у меня пока что жизнь малина. Вот, жизнь малина в том плане, что я беру картинки без дисторсий. У меня никаких искажений нет, кроме искажений от JPEG-а, ну и антиалиасинга. Вот, но, друзья мои, вот еще муар тут есть такой красивый, но, мне уже не терпится все это попробовать на реальных снимках. Не знаю, куда я залезу в поисках реальных таких вот снимков, но... Общим, интересно это усё вот. Вот, интересно. Это вот все мои такие экскременты. Видите, как хорошо склеил. Вот здесь набор был, и все так ровненько. На Xiaomi будешь добавлять акселерометр? Почему бы и нет? Вообще акселерометр в Xiaomi уже есть. Но так как мы живем в мире без софта, данные с этого акселерометра не получить. Ну как не получить? Можно, конечно, вскрыть корпус, припаяться к нему, и может быть что-то там от него обломится. Ну а можно просто к корпусу приклеить МПУ-9250, оно стоит там пару баксов, прицепить какой-нибудь контроллер, тот же Blue Pill, ну вы поняли. Вот, ну а, еще пищалка нужна для синхронизации со звуком. На CES 2018, кстати, показывали похожий девайс, который брал данные с акселерометра своего и пищал в разъем для микрофона. Но на моей Xiaomi нету разъема для микрофона, потому что разъем для микрофона — это признак профессиональной техники, а не экшн-камеры. Вот. Вообще это так, вот, такой вот разрыв в здании, это даже как-то вот интересно получилось, да. Чем-то упоминает Демку, как она называлась, Дебрис, где город разлетался. Там сначала небо разваливалось, потом город, потом все, что было, разваливалось. Вот. Ну а что, интересные, конечно, вещи получаются. По-прежнему сцена в максе, но на сей раз я рендерил угловые
позиции камеры и ролл камеры просто в абсолютно рандомном порядке. Ну и, конечно же, сделал скрипт, который в клеилку переносит все вот эти рандомные координаты. Если что, ни Хугин, ни ПТГУЙ в автомате такое склеить не в состоянии. Вот. Панашиза на радио Анонимус.